я участвовала на российской студенческой весне, и поэтому за хорошее выступление меня позвали в Крым. Я помогала в отделе содействия трудоустройству выпускников, и меня решили, так скажем, поощрить. Будем знакомиться в автобусе, потому что нам ехать 3 дня. Вот, поэтому я думаю, что за 3 дня мы уже со всеми познакомимся, будем выходить на остановках, танцевать. Я ожидаю много положительных эмоций. Хочу посмотреть новые места в Севастополе, те, которые я еще не видела. Если честно, никаких ожиданий нет. Просто, когда я увижу море, тогда будет, не знаю, счастье.